Слушай, синтезатор, короче, тема такая по поводу вот этого самого системшока второго. Короче, меня, мне кажется, очень... Есть намного более интересные картинки. Короче, мне кажется, мне очень жестко наепали. По какой причине? А причина заключается такая, что я нашел несколько гайдов по прохождению этой игры, и смысл в том, что вся игра, за исключением двух небольших последних уровней, это вот этот корабль весь. 6 палуб, какой-то еще один уровень и какой-то еще один уровень. А я прошел 3. То есть получается так, что я прошел 3 восьмых игры. Здравствуйте, Кристин. И вот знаешь что, синтезер? Я вот пытаюсь понять, каким образом получилось так, что эти 3 уровня первых из 8 это 3 часа из 45 часов у чувака на лонгплее. Это как вообще? У чувака с лонгплей 45 часов. Кристина, если не поздоровался, еще раз здравствуйте. Он первые 3 уровня прошел за 3 часа. Осталось еще 5 уровней. Что он делал еще 42 часа в своих лонгплеях? Мне вот очень интересно. В своем лонгплее. Здравствуйте, ребят. Я здесь правильно помню, игра не захватывается, поэтому нужно будет делать захват экрана. Вот так вот. Я был уверен, что мне еще 60 часов минимум играть. 60 часов. В игре 8 левелов всего. Я хер его знает, что он там делал. Я эти исследования не буду проходить, потому что игра реально... Если спидран 2 часа, то я ее могу пройти часов за 20. Если буду делать все вот как вот я помню. Я в любом случае хочу начать заново. Почему? Потому что последний стрим по этой игре был 29 октября. То есть... полтора месяца назад. Я не помню ничего. Да она нет. Нет, это мне. Я сам себе надумал, что она душная. Ну реально, я прошел почти половину. Мне вот еще 3-4 стрима, и я бы до конца дошел. Соответственно, я буду проходить с гайдом. Не потому что... Я понимаю, что я могу пройти без гайда. Я просто вот почитал немножко. Мне очень нравится просто, так сказать... пояснение к тому, что вообще происходит. А еще здесь секреты, короче, есть. Секреты тоже можем, то есть, подергать, посмотреть, что там. Потому что у меня, ну, не какой-то там, знаете, хардкорное РГГ. У меня пусть РГГ. Господи, и тут я сейчас вспомнил, что со мной должен был играть еще один чувак. Ну как должен? Я ему предложил, он вроде как сказал не против. В итоге у него ни одного стрима, поэтому пусть РГГ не... Я уже ему сказал, что не чувак, короче, третьего сезона там повеселее будет. А, ребят, там у меня еще время осталось. Сейчас посмотрю по заглушке. Да, у меня еще 4 минуты. Я риты переделаю. А Прайд должен был со мной играть. Так, ребят, там немножко порнухи, поэтому я закрою вот так вот экран. Так, а у нас что получается? Ари, ты X10 вы еще не собрали. X14 сейчас нужно будет делать уже. А, да, кстати, Кристин, проблема такая, что завтра тоже у меня не получится поиграть, только если очень утром рано, потому что у меня смена в 13:30, сука, начинается и закончится в 6. Либо мы можем начать играть тогда, когда у тебя будет 9 вечера и поиграть пару часиков. Решай сама. Вы свои, остальные не свои. Синенький, мой любимый. Сука.
Хорошо, Кристина, тогда завтра тебя не беспокою, во вторник, потому что и мне неудобно, и ты отдохнуть хочешь. Так. На рейты докидайте, сколько там осталось на X10. Пора уже ценник, к сожалению, повышать. Меньше 2 косарей осталось. Ладно, ребят. Как я не пытался оттягивать этот момент, как бы сильно я не любил захват экрана, мне придется все-таки туда идти. Давайте. Тут, конечно, текста мое уважение. Тут чел вообще не щадил никого, когда писал эту мантру свою. Сколько там осталось? Ребят, собрать. Так. Процентов. Сейчас прайд вернется, если у него какие-то баллы есть. Прошло 40. Не получится, короче, просто монитор. Вот я вот так вот микрофон поставлю, чтобы вы меня слышали. Прошло 42 года, огромная бездна времени. Запомнил ли мир ту трагедию, что произошла в 2072 году на станции Цитадель? Изъяло ли человечество из нее хоть какой-то урок? Сказать трудно, но все же корпорация 3 Optium создает и отправляет свой первый полет, первый сверхсветовой космический корабль «Фон Браун». Далее по тексту будет использоваться сокращение с английского «Фон Браун» — «VB». В сопровождении эсминца Рикенбейкер. И кто же мой простой рядовой молодой человек, который в один прекрасный день решил все бросить и поступить в космическую пехоту UNM, простым космическим пехотинцем. С этого и начинается игра. Мы стоим в вагоне поезда, метро на станции до начала полета фон Брауна еще 4 года. За это время нам предстоит пройти большой курс школы молодого бойца-пехотинца. Вперед, и да пребудет с нами сила. Сила. Неважно. Пока у нас нет встроенного кибернетического нейроинтерфейса, нам недоступен рюкзак и прочие функции, которые станут неотъемлемой частью сюжета. Когда мы начнем службу на корабле фон Браун, но тем не менее возможность подбирать и использовать предметы доступна уже сейчас. Правда, на самой станции нам можно потрогать лишь телефоны. Попикайте в них в свое удовольствие, когда надоест, вставайте в воздушный лифт и взлетайте на улицу ко входу в центр набора рекрутов UNL. Секрет прикол. Не заходя в центр, поворачивайте направо и пройдите в неосвещенную часть площади почти до конца. Видите арку? Одной из интересных особенностей игры является возможность подтягивать и залезать на довольно высокие объекты. Подходите вплотную к арке, зажав прыжок по умолчанию клавиши пробела вперед, залезаем на уступ. А теперь присядьте и сделайте ваш монитор поярче, контрастнее. В такой темноте маленький баскетбольный мяч можно и не заметить. Чтобы его подобрать, нам надо присесть и нажать использование. Затем нам нужен этот мяч, чтобы... Нам нужен этот мяч. Пока забудьте про него, придет время, узнаете. Просто знайте, что теперь он у вас. Слезаем и идем теперь в центр. Совет. И вот без гайда прошел, правда, помучился, что билд хреновый поначалу был. Атака. Да я бы, слушай, я бы сам прошел, мне просто уже, знаешь, интересно тогда эти секреты пощупать. Потому что если бы я знал, что в игре всего 8 уровней, я бы даже бы не стал. То есть я вообще хотел дропнуть, но я понимаю, что это дичь. Кого врубить? Гали что? Подождите. Совет. Настоятельно рекомендую всем, кто впервые играет в эту игру, пройти курс основной продвинутой подготовки. Вы освоите много полезных вещей, поймете основные возможности вашего рюкзака, как брать, использовать, перетаскивать в нем предметы.
слушать записи аудиолог, смотреть по содержимое контейнеров, взбираться по лестницам и вызывать гравилифт, восстанавливать утраченные хитпоинтс. Кстати, в отличие от большинства игр в США 2, нет поднятия здоровья в нет понятия здоровья в процентах. Здесь уровень здоровья не фиксирован и может увеличиваться в зависимости от характеристики эндуранс. Также количество хитпоинтов зависит от сложности игры. Продвинутая подготовка еще интереснее. Здесь вы научитесь стрелять из пистолета и бластера, заряжать вещи, требующие электроэнергию на Energy Station. Научитесь взламывать запертую на кодовые замки двери и редепликейшн по продаже всевозможных полезных вещей. Самое сложное и интересное – это пси-магия. Попробуйте использовать пси-заклинание первого уровня криогенез, чтобы уничтожить протокол дроид-робота. Бла-бла-бла, но это я знаю. Я уж тогда прочитаю, что здесь будет про этот, про вступление. Вот мы и ознакомились с тремя специализациями. Оружие, техника и псимагия. Теперь выбирайте, куда вам идти, какую специализацию развить. Сразу скажу, что все три дороги несут в себе непередаваемый интерес и свои особенности. Иными словами, поиграв за одного персонажа, советую пройти еще и еще раз игру за остальных. Вы получите каждый раз огромное удовольствие и что-то новое в данном прохождении. Эх, если бы у меня была только эта игра, то да. Так как у меня потом еще 7 игр проходить. Это, кстати, немного по сравнению с тем, что было в первом сезоне. В какой-то момент у нас стало 70 с чем-то игр. Персонажу советую пройти еще раз игру за остальных. Вы получите каждый раз огромное удовольствие и что-то новое в данном прохождении. В своем прохождении я выбрал, ни в коем случае не навязывая, я мог выбрать в качестве описания любого специализацию Нави, особо подразделение Космофлот, специализирующий по инженерчести. Далее третья стажировка, дальнобойность в один год для Нави, убираю хак плюс один, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, ну, просто пишет, что он выбирает. Осмелюсь посоветую только по поводу умения исследования. Почему я советую по возможности развивать этот навык здесь? При развитии специализации в этом есть два преимущества, на мой взгляд. Вам с самого начала пригодится исследование, чтобы изучать органы врагов и полезные вещи. Не придется тратить драгоценные и редкие в начале игры кибермодули на развитие этого умения. Второй плюс на третьей палубе. Чтобы исследовать банки с антианилидным токсином Анам, Анам перешлет 10 модулей на приобретение навыка. Думаю, что у вас его нет. Эти 10 модулей вы потратите на свое усмотрение, а не на приобретение ресич. Полезность остальных навыков я оставляю на ваше усмотрение. Что такое гильяр, гегаль, галери... Ребят, играть буду максимум пару часов. Просто, так сказать, вернуться в эту атмосферу. Разработанный в 2062 году... Я специально поставил самую говёную озвучку, которую я знаю. Озвучка от Седьмого Волка. Это еще подожди, они скоро будут ржать во время озвучки. Изменил случайным образом модель поведения. Наверное, сам не знаю, что он делает. Наконец случилось это замечательное событие. Межзвездный корабль «Вамбран», способный летать на сверхсветовых скоростях, наконец вышел в открытый космос. Плод совместных усилий могущественной военной организации УНН и технического гения корпорации 3ОПС, этот корабль первый в своем классе. Всего за несколько недель он сможет достигнуть отдаленных звездных систем. Это настоящий левиафан, в котором пассажиры и экипаж могут чувствовать себя так, как будто бы они находятся на Земле. В качестве корабля охраны выступает военный корабль «Рикенбакер», который управляется капитаном первого ранга Вильямом Диего.
Каждый из кораблей оснащен пеленгатором, который в переводе на обычные звания друг друга после гиперпрыжка, а также корректировать свое положение относительно друг друга в гиперпространстве. Это старший сержант Мари Делакруа. Системы безопасности вышли из-под контроля. Мы не понимаем, что здесь происходит. Ой. Простите, мне надо было расколоть. Господи, пожалуйста, скажите, что у меня сенса в этой игре уже настроена. Добро пожаловать в центр новобранцев. Добро пожаловать в центр новобранцев. Да, я хотел покринжевать с этой херни. Выходя из поезда и смотрите себе под ноги. Лифты в конце холла приведут вас в центр новобранцев. Идите к лифту. Все правильно. Твою мать, тут походу какое-то ускорение стоит или что-то такое. Боже. Мне сказали, здесь должен быть какой-то... Здорово, мужики. Ели мясо, мужики. Пивом запивали. Войдите в лифт, чтобы попасть в центр новобранцев. Мы, кстати, синтайзер с тобой уже ржали с этой озвучки. Нет, ты точно пришел, когда я помню, ты пришел на мои стримы, когда я играл в эту игру. Ты что-то путаешь. Либо я сошел с ума. Прежде чем определиться в выборе профессии, пройдите в центр начальника. Ты мне еще подсказывал это. Сказал, типа, выкидывай вот эту вот хрень для магов, потому что я магию не качал. Говорил мне, типа, что там нужно исследования качать для того, чтобы химикаты имели смысл какой-то. Неужели это не ты был? Не верю. Чтобы получить... Добро пожаловать на виртуальный киберкурс. Здесь вы сможете освоить киберинтерфейс, который является точной копией боевого киберинтерфейса, находящегося у нас на вооружении. Приступим. Попробуйте подвигать мышку. Так будет двигаться ваш экран в режиме боя. Клавиша Tab переведет вас в режим взаимодействия. Там вы сможете взаимодействовать с предметами, которые вас окружают. Откройте ваш основной МЦД или многоцелевой... Короче, я не знаю, но здесь точно какое-то сраное ускорение работает. МЦД внизу экрана. Здесь показаны ваши навыки в различных областях. Блин. Когда вы будете готовы... Просто ты как сказал, Шарато, что ты там с этим... Поизменяйте режимы, пока вы с ними так не освоитесь. Идите по красной полосе, чтобы перейти к следующему уровню тренировок. Чтобы поднять какую-либо вещь, посмотрите на нее и щелкните правой кнопкой мыши. После этого вещь переместится в ваш рюкзак.
Чтобы посмотреть содержимое вашего рюкзака, нажмите клавишу Tab. Вы можете перемещать вещи по вашему рюкзаку методом drag and drop. Чтобы выбросить вещь, возьмите ее и перетащите на трехмерный экран, где и отпустите. Чтобы использовать предметы класса кнопка или компьютер, посмотрите на них и щелкните правой кнопкой мыши. Хорошо. Вокруг всех объектов, которые можно... Только мне придется тебя в ОБС делать тише, потому иначе я тебя ни хрена не услышу. Я кнопку на правой стене и нажимаю ее. Включается лифт. Теперь попробуйте сами. Если вы все еще видите ваш рюкзак, щелкните клавишей Tab, и вы перейдете в режим стрельбы. Чтобы использовать предметы класса кнопка или компьютер, посмотрите на них и щелкните правой кнопкой мыши. Вокруг всех объектов, которые можно использовать, появится красный скобик. Я выбираю кнопку на правой стене и нажимаю ее. Объект, который находится перед тобой, медгиф. Ты можешь подобрать его... Короче, синтезер, ты, если что, будешь мне подсказывать. Перед тобой медгиф. Ты можешь подобрать его и впоследствии использовать... Введите корзину впереди. Чтобы покопаться в ней, посмотрите на нее и щелкните правой кнопкой мыши. Если вы в режиме «Введите корзину впереди», чтобы покопать одно из важнейших устройств в твоем арсенале, ПДА. Это устройство содержит твою почту, журнал и другую полезную информацию. Щелкни на изображение внизу экрана, чтобы вызвать это ПДА. Письмо от автолегера, которое вы нашли. Теперь вы можете использовать ПДА для проигрывания аудиологов и имейлов. ПДА вообще удобен для статистики и контроля. Сейчас будет. Самое смешное слово хакнули. Пришло время научиться прыгать. Чтобы забраться на лестницу, подойдите к ней и посмотрите вверх. После этого вы автоматически окажетесь на ней. Помните, если вы считаете, что не усвоили то, чему вас учили, всегда можно повторить. Если вы закончили начальную подготовку, отлично. Без владения оружием. Добро пожаловать на... Теперь я научу тебя стрелять. Возьми пистолет со стола. Ты можешь это сделать двумя способами. Перетащить его в свой рюкзак. Если это слишком медленно для тебя, то воспользуйся горячим плавом. А еще мне нравится, что у меня отдача вниз отдает. В рюкзаке ты автоматически им... Некоторые вещи нужно заряжать перед использованием. Возьмите лазерный пистолет. Теперь воспользуйтесь подзарядкой. С помощью нее вы можете заряжать оружие, батареи и другие предметы. Оружию не становится лучше от использования. С годами оно старее. С годами. Внизу экрана показывает состояние оружия. Отличная работа. Теперь ты готов вступать в космопехи. Здесь космопехи. Тебя будут обращаться с техникой. Третий раз уже шучу на эту тему. Добро пожаловать. После... Штука перед тобой — это контейнер на нит. На нит используй клавиатуру, щелкнув на нее правой кнопкой. Рядом с клавиатурой ты увидишь оранжевую кнопку с надписью «Взлом». Щелкни на нее левой кнопкой. Выведется информация об уровне взлома и премиях, которые ты получишь в случае успешного взлома. Ты можешь использовать на ниты, чтобы покупать вещи в аппликации. Ах, да, у меня же здесь оружия уже нет. Ты изучил начало техники во время... Ну, хотя бы я научился быстро проходить эти... Своим... Блин, что-то мне уже башка кружится. Красная полоска в нижнем левом углу экрана показывает ваши текущие пси-единицы. Пси-единица символизирует ваши пси-способности. Попытайтесь воспользоваться... Я не буду пси пользоваться. И пронаблюдайте за тем, как будут возрастать ваши пси-единицы. Когда вы достигнете максимум пси-единиц, двигайтесь дальше. Этот пси-амп усиливает вашу пси-энергию и выплескивает ее в реальный мир. Поднимите его и нажмите на тильду. Выделенный пси-амп позволяет вам воспользоваться выбранной в данный момент пси-дисциплиной.
вы можете на данный момент воспользоваться двумя дисциплинами – криокинезисом и телекинезом. Перейдите в режим взаимодействия и стрелочками в нижнем углу экрана выберите одну из пси-дисциплин. После этого нажмите стрелку над числом слева, что позволит вам выбрать пси-дисциплины более высокого уровня. При помощи криокинезиса уничтожьте робота, а при помощи телекинеза пододвиньте контейнер, находящийся перед вами. Будьте осторожны. Нажатие на клавишу мышки увеличит количество, но чрезмерно долгое нажатие может покалечить вас. Если у вас кончились пси-единицы, используйте пси-гид. Шприцов все равно мало, а по-другому не восстановить. Покорение своего сознания долгий, но благодой. Благодарный? Покорение своего сознания долгий, но благодарный процесс. Вернитесь сюда, если вы что-либо не поняли. Во время вашей карьеры вы больше узнаете о пси-дисциплинах, а пока отправляйтесь дальше. Им было лень еще дубль записать. Теперь пришло время сделать выбор, солдат. Перед тобой лежат три пути. Однажды сделав выбор, ты больше не сможешь его изменить. Шаттл доставит тебя на космическую станцию для выполнения твоего первого задания. Желаю удачи. Как уже я говорил, я хочу в космопехе. Вот это военно-космические силы. Чем они отличаются от космопехоты? Просто засыпку, жду ответа в чате. Ну и если вы знаете ответ, тогда еще расскажите, что такое ОСА. Я пока почитаю, что там на втором доке. Все, я вру. Ну, я понял, что ОСА это какая-то там соса с психиросой и вот этой вот всей. Бочечки. Господи, мужик, какой же ты угловатый для 99-го года даже. После первой халфы-то. Понятно. Я вот небольшой кусочек льда прошел год. Год первый. Все, вспомнил. Игра, по сути, еще не началась. Добро пожаловать на космическую станцию Вайкайленд, пехотинцы. Если вы прошли испытания на наземном полигоне Кейплджун, то вы должны быть обучены обращению со стандартным оружием. Но теперь пришло время настоящего дела. Ваша задача будет разделена на 4 этапа. Каждый из них будет по году. Вам придется самим выбрать, в каком порядке проходить эти этапы. Дальнейшие инструкции вы получите в центре Вайкайленда на базе шаттла. Выбрать назначение вы сможете, войдя в нужный шлюз. Удачи вам. Так, знаете что? Раз уж игра реально короткая, ну как короткая, часов, я думаю, я ее могу пройти за 20, если все буду делать сейчас правильно, 20-25. Я, пожалуй, опять пойду через милишника, я не хочу бегать за пулями, как самый примитивный билд Dark Souls. ХП... Стамина, ну стамина в этой игре вообще нету, и сила. А чё у меня даже тап не нажимается? Стоп. А как мне вообще посмотреть свои статы сейчас, или это нереально?
каждого на борту будет возможность отличиться. Настоятельно рекомендуем перед миссией пройти курс тренировок. Что проводство дает? На борту космолета, возможно, вам пригодится курс выживания, полученный в нашем тренировочном центре. Два срока. Тренировать характеристики. Если вы тратите часть вашего времени на изучение взрывчатых веществ, это задание для вас. Чтобы полет не показался вам тяжелым, не пейте в звездолете. Удачи вам при посадке. Возможно, вам пригодится курс выживания, полученный в нашем тренировочном центре. Лучше всего тренировать характеристики, связанные с выживанием. Коэффициент смертности 21,2 из 100. Плюс год вам нужно будет провести в боях с морскими гадами. У каждого на борту будет возможность отличиться. Настоятельно рекомендуем перед миссией пройти курс тренировок в невесомости. На борту космолета, возможно, все. Кажется, уже полная херня. У каждого на борту будет возможность отличиться. Если вы тратите часть вашего времени на изучение взрывчатых веществ, это задание для вас. Чтобы полет не показался вам тяжелым, не пейте в звездолете. Удачи вам при посадке. Я не понимаю, смотрите, написано плюс 2 силы, вот здесь вы не видите, там плюс 2 силы написано. При этом задание написано освоение двигателей корабля, а чувак вообще говорит про помощника артиллериста. При чем здесь это вообще, при чем здесь взрывчатые вещества, я не понимаю. Возможно, вам пригодится курс выживания, полученный... Слушайте, ребят, дайте так... Херню страдать не будем, я вот сохранимся и просто попробуем. Лучше всего, если вы тратите часть вашего времени на изучение взрывчатых веществ, это... Ваше пребывание на Онколу завершено, но также вы провели прекрасные годы, не так ли, десантники? Если посмотреть на другую ООН, то это будет смертное время потрачено не зря. Вы получили плюс 2 силы. Премия плюс 2 силы. Так, хорошо. А, это что? Автоматическая рудодобывающая станция на GM-45. Что? Что? Это какой год вообще? Для поддержания формы вам следует принимать участие во всех. Автоматическая рудодобывающая станция на обычные боеприпасы, подствольные гранаты, движущиеся и неподвижные мишени, наведение на цель. Ничего не понимаю, меня почему-то снесывануло. Пора возвращаться. Вы мало чем научились, кроме как махать оружием. Вы получили плюс 2 на обычное оружие. Спасибо. Да, реально, у меня что-то не сыванулось, не понял. Высшему составу. Ребят, простите, мне... Я сейчас быстро все проскипаю. Добро пожаловать в центр, новобранцы. Он даже это не может выговорить. Прежде чем определиться в выборе профессии, если вы закончили начальную подготовку, теперь пришло время сделать выбор, солдат. Он вот так вот сделал. Однажды... Добро пожаловать! Добро пожаловать и дальше погнал. Добро пожаловать на космическую станцию Вайкерленд, пехотинцы. Если вы прошли испытания на наземном полигоне Кейплджун, то вы должны...
Возможно, вам пригодится курс выживания, полученный в нашем тренировочном центре. Короче, не, выживание мне не нравится тоже. Если вы тратите часть вашего времени на изучение взрывчатых веществ, это... Дайте мне силы. Спасибо. Обычные боеприпасы, подствольные гранаты, движущиеся и неподвижные. А я могу удалить как-то вот это вот все дерьмо? Летчики улетают с базы на корабле «Антиква». Торговая точка, находящаяся под контролем черного рынка, высшему составу командования УНН, всегда нужны телохранители-профессионалы. Что лучше, техник или ремонтник? Хорошо, они могут часами рассматривать вашу униформу. Но когда дела идут плохо, они вытащат вас из любой переделки. Ну что я помню, я качал реально ремонт в этой игре. И я ничего не мог отремонтировать. Вообще ничего. Вообще просто ни за что не хватало. Высшему составу командования торговой точки, находящейся... Летчики улетают с базы на корабле «Антиква». На его борту вы сможете ознакомиться. Скорое возвращение на остров и полгода поддержать сосуды компьютера, не падая как по часам. Многие потом были взорваны, подчеркаем, зато вам пришлось научиться их чинить, вы получили плюс один ремонта. Бла-бла-бла, спасибо. Я только 3 года, еще 1 год должен быть. Вижу вас, 139-й. Вы можете шлюзоваться в доке 2. Добро пожаловать на борт, солдаты. Музыка как из Дума, из оригинального. Я специально, понимаешь, зачем такую озвучку я поставил? Реинициализация потоков памяти. Восстановление памяти. Восстановление памяти. Восстановление памяти. Восстановление памяти. Солдаты! Это доктор Дженнис Полита, компьютерный офицер Ван Бранта. Да, пришло ваше время. Да. Вы долго жаловались на то, что ничего давно не случалось. Вот, пожалуйста. Сейчас вы находитесь на борту Ван Бранта, и у нас здесь чрезвычайная ситуация, друзья. Я советую вам надеть экспериментальные имплантанты, с которыми вы будете менее уязвимы. Вам следует надеть имплантанты и подняться ко мне на палубу 4. Повторяю для дебилов, на палубу 4. Господи, это шедевр. Я в эту игру, по сути, играю ради вот этой озвучки. Повторяю для дебилов, на палубу 4. Я получаю странные сигналы от радара. Они становятся нестабильны из-за быстрее в укрытие.
эвакуация криогенной зоны. Покиньте зону немедленно. Так, все, давайте, давай я посмотрю, что у меня появится. Три силы. Так, смотрите. Псионика, проворность, кибермут, вот это все в жопу. Правда, что такое проворность, я так понимаю, что типа ловкости. Увеличивает скорость передвижения, уменьшает ущерб от падений. И вроде как увеличивает урон огнестрела. Вроде как. Кибермут, да. Кибермутация. Увеличивает шанс изучения техники. Понятно, до свидания. Псионика способна. До свидания. Выносливость. Жизнь. Количество хитов у вашего героя. Устойчивость к радиации. Яд. Приключение. Хит. Единица жизненной силы. А-д-д-д. Сила помогает вам нести больше вещей, рюкзаки, лучше драться в рукопашной. Всей броней и некоторое оружие можно пользоваться, имея что-то там непонятно, не видно. Так, у меня есть целый один ремонт, ни хрена взлома, ни хрена улучшения, ни хрена обслуга, ни хрена изучения. Ну, по крайней мере, есть ремонт. Бой обычный. Энерго, тяжелая экзотика. По идее, обычно это в том числе и пистолеты. Ну, пистолет это точно не может быть тяжелым оружием, энергетическим или экзотическим. Поэтому будем качать силу, выносливость, ремонт, как ты сказал в начале игры, пригодится. Ну, мне ремонт для того, чтобы оружие чинить. И обычное оружие. Все, больше я ничего не хочу изучать. Получается, раз, два, три, четыре. Больше ни на что не хочу тратиться. Если что, у меня самая легкая сложность. Я думаю, я осилю. И да, знаете, я что решил? Синтазия, раз уж ты здесь, я, пожалуй, закрою этот гуид, потому что там нет картинок, которые я хотел. Там крайне все обобщенно, поэтому я пройду игру так. Единственное, что... Так, что это вообще такое? Ни хрена здесь нет. Берегись, я получаю странные сигналы от радара. Они становятся нестабильными. Из-за... быстрее в укрытие. Так. Это имейл. Запись. Ничего нет. Журнал. Приведи на палубу 4. Помощь. Ни-сего. Так, если я правильно помню, где-то здесь еще должна быть... карта. Ага. Мини-карту обязательно включаем. Это самое важное в этой игре, чтобы не потеряться. Так. Огромное спасибо реально разрабам вот за вот такую замечательную карту, потому что на ней реально видно все. И где ты, и мини-карта есть, и значки есть, вот эти вот легенды всякие. Голубой вагон, что? Что? Киберинтерфейс. Теперь многие ваши действия будут более эффективны за счет киберконтроля. Ваш киберинтерфейс поддерживает два режима. Стрельба минимальными режимами. Использование более сложного режима. Режим стрельбы дает перекрестие прицела. Короче, ничего не понятно, но очень интересно. Ребята, у меня какой это? Какая игра стоит на Твиче? Ретро, я надеюсь, не Портал? Журнал Амплуа 7 июля. Добавлен в ПДА. Здорово. Мне опять пришлось менять код доступа к Крио А. Как будто мне больше делать нечего. А Грась? Он, кстати, просто обожает заваливать меня работой. Новый код. 45-100. Кстати, легко запомнить. Я не злопамятный. Я запишу. Ваш ПДА содержит все ваши письма, журналы, инфоко, сообщения, найденные на борту. Там же находится устройство для автоматического сбора информации.
которая оповещает вас о событиях на борту, войти в экран левой кнопкой на кнопку журнала. Левой кнопкой на кнопку журнала, ага. Тут такие прикольные фразочки отмазывают вот эти вот ребята в этой озвучке. Внимание, следуйте в криогенную зону Б. Я бы на самом деле и сейчас бы играл бы с такой озвучкой. Да на самом деле я скажу, это лучше некоторых более современных озвучек. Где-то тут должно быть заряжающее устройство. Используй его. Ты заодно и зарядишь остальные вещи. После зарядки подключи батарею, чтобы открыть шлюз. Да побыстрее! В киберпаке, в киберсраке, простите, пожалуйста, официальная озвучка, она еще хуже, чем вот эта. Но используй все экономически, кибермодули не даются просто так. Левый инфоэкран. В нижней левой части экрана вы видите количество имеющихся... Нет. Исследование, кнопку очереди, информация. Я прекрасно тебя понимаю, но сабы очень часто неудобно читать. Очень часто. В замесе. Но если ты знаешь английский, как бы норм, но иногда, вот как в Портале вчера, там такая озвучка просто феерическая в оригинале. Так. Это что такое? Это, по-моему, наниты. А вот это киберпланты, да? Так, это карта, это что такое? А, его, кибермой. Браун буст от криогенской мануфактуры. Это имплант, который увеличивает силу на 1, сжигая при этом 1% своего заряда каждые 10 секунд. Имплант действует... Нет, это не то. Наниты, но это я знаю, что такое. Исследование. Ага, здесь мы были. Так, что это? Набор для улучшения статистики, набор для улучшения сил, набор для улучшения оружия, набор для улучшения техники. А, эта сила стоит 12 модулей. Ёб твою мать. И здесь 12 модулей. Починка. Забавно. Починка второго уровня стоит 4 модуля, а все остальное стоит 8 модулей. С нуля на единицу. Ну, ладно, легкая сложность, но в любом случае давайте я, раз уж такая пьянка пошла, я прокачаю HP. Ничего страшного, я думаю, не будет. Главное, хилчик побольше и лишнего не таскать. Взлом компьютера для хака существует целый ряд устройств системы безопасности, репликаторы, клавиатуры, воды и тому подобное. Каждая попытка хака стоит сколько-то нанитов. Экран взлома взрывается... Ой, простите, вызывается кнопкой взлом. Ваши шансы на взлом не менее 15%.
Простите. Интерфейс покажет вам набор квадратов, из которых надо взломать три подряд. Красные с опасным льдом. Система защиты. Желтые более простые. Если вы не смогли взломать желтый квадрат, он не темнеет. Если красный, то это приводит к критической ошибке, что может в свою очередь привести к ряду нежелательных последствий. Звучит страшно. До свидания. Так. Я всегда буду сверяться с картой. Так, подождите. А, здесь весь уровень на одной карте. Боже, как же это круто. Даже переключать не надо там эти этажи туда-сюда. Как же охрененно сделали. Боже ты мой. Жаль, мне... Я не знаю как, но... Хотя я знаю как. В общем, в детстве, к сожалению, я эту игру пропустил. Она мне вот именно карта просто мое уважение. Я вот за эту карту реально разрабом готов реально все простить. Так, что у нас здесь? Так, а вот это вот дверь. А я вот я все время тут просто двери вот именно, они немножко странно нарисованы. Я так понимаю, сюда эта дверь была закрыта, да, криво установление? А, вот здесь. Ладно, давайте посмотрим, походим, куда вообще можем пока что, поищем. Какие... Стоп, секунду. Какие у меня сейчас вообще задания? Вот это что такое? Что-то непонятное. Записи, имейл, журнал. Придите на палубу 4 для встречи с доктором Полито. А я сейчас на палубе... Второй, по-моему. Так, вот эту срань мы не берем, мы уже это выяснили. Я даже считать не буду, я не псионик, я тупой деградант с гаечным ключом. И у меня вопрос. Ребят, в течение игры у меня хотя бы еще какое-то оружие ближнего боя появится, там, я не знаю, какая-нибудь... Ну, не кибер-винтовка, господи, не кибер-палка какая-нибудь, я хотя бы не знаю... Кувалда, я не знаю, силовая какая-нибудь тяжелая... Или Фомка, ну что-то такое более такое, ну, хорошее. Допрыгну или нет, как думаете? Нет. Будет маленькая кристальная палочка. Меня раздавит эта штука? Оба! Давай! Ай, господи. Я думал, тут как в третьем Думе, сразу смерд. Либо насквозь проедет, как это обычно бывает. Суки. Хрен ты туда вот так вот попадешь. Ладно, я так понимаю, это надолго, если я тут еще осталось. Да кто-нибудь может помочь мне выбраться? Кто-нибудь может помочь выбраться тебе? Какие-то палки-копалки тут валяются. Карточка доступа в научный сектор. Пуля. По-моему, это для дробашей. Это что такое? Нахрен. Отлично, я посылаю тебе еще несколько модулей.
Так, давайте думать, куда нам здесь пойти. Торопись! Беги! Он убил меня! Пошедшая озвучка, правда? Деклоруа, 4 апреля, добавлен в ПДВА. Почему меня никто не слушает? Протоколы безопасности к сербцам полны мусора. Какой-то идиот взломал их цепь и заставил исполнять песни Элвиса Пресли. Пришлось отключить их голосовые функции. Что, если в них так же залезут со злым умыслом? Жаль, записи короткие. Я не хочу открывать вот эти вот все остальные вот пустые места, пока здесь все не поизучаю. Я бы даже, знаете, что сделал? Я бы распечатал, вот если бы у меня были бы карты, я бы их распечатал и прям бы закрашивал те места, где я был, а где не был, чтобы прям, ну, как я в Dark Souls я делаю. Понятно. А здесь? Это Ксеркс. Обесточил лифт. Нужно на палубе один подать энергию на моторы лифта. Но тебе надо на чем-то спуститься на палубу один. Да погоди, где-то справа по коридору должен быть резиновый спуск. Но у доктора Ватсона должен быть ключ доступа. Он, наверное, в общих комнатах. Ключ был и у Грасси. Он в медотсеке. Так найди его там. Это вообще что вот это такое? Непонятно. Слышали? Он его послал! Так. Карантина. Видимо, зона карантина. А ты-то чё орёшь? Орать здесь должен только я. А, это мужика повесили. А, я могу, кстати, наклоняться, но только влево, потому что вправо у меня использовать.
Нормально. И вот тут я понял, что мне нужно пистолетто. Успеем пробежать? Тут тока нет, а это единственный путь медотсек. Возьми на зарядку. На полной попытке. Ай, да, на зарядку. Сейчас, подождите. Сука! А чем? Чем мне тебе этот терминал взломать, брат? О! Откуда ты тут родился? Чмо? Не, подождите, где там этот терминал-то сраный был? Охранная система выключена. Нужно умение взлома один. Один. А у меня нол. Что? Чё? Неважно. Я должен ограничить доступ к инженерной паузе, пока мы не выясним, что там происходит. Ты знаешь, что-то там не так. Я не знаю, кто украл все защитные костюмы. Поэтому пока дал указание на красную защиту. Я нажал right-click на какой-то картридж и не понял... Что я сделал? Но я помню, где зарядка лежит. Так, заряжающее устройство, бла-бла-бла, найдем сейчас. Вот тут, короче, где зарядка была? Вот здесь, вот она, зарядка. Это спуститься надо по лифту и через единичку. Так, ну прежде чем что-то делать... Вот, во-во-во, кстати, вот я очень хотел спросить. Вот, Синтайзер, может быть, ты знаешь, у меня здесь, короче, есть тайна, покрытая сраком. Я не понимаю, что это такое. Сейчас я вернусь туда. Шо вот это за срань появляется постоянно? Что это такое? По две штуки в разных местах им иногда могут появляться. По одной, по две. А я еще его переименовать могу? Как убрать его? Понятно, ладно. Ничего интересного. Кстати, а тот мужик не сказал никакой код, ничего там интересного не было? Я должен ограничить доступ к инженерной паузе, пока мы не видим, что там происходит. Проклятие, тут тока нет, а это единственный путь медотсек. Возьми батарею с пола. На многих палубах можно найти квантовую биоэнергию. Обесточил лифт. Нужно на палубе один подать энергию на моторы лифта. Но тебе надо на чем-то спуститься на палубу один. Да погоди, где-то справа по коридору должен быть резиновый спуск. У доктора Вакс должен быть ключ доступа. Он, наверное... Нет, они в записи, они в записи есть. Он в медотсеке. Так найди его там.
Что вот, что забавно, все-таки с кодами у них все хорошо. Что? Кто там чвякает? Давайте посмотрим, что здесь. А, хотя давайте сразу зарядим. Зарядим батарейку. Сука, ты серьезно? Ты рофлишь? Ах ты скотина. Ладно. Ладно, давайте будем идти здесь. По часовой стрелке. Внимание, говорит Зекс. Напоминаю, что в отсеке 5 будут закрыты все магазины. Мы очень извиняемся. Ура всем массам. Ура! Наконец-то! Мне эта штука нужна только... Подери! Фигня опять случилась, ваш... Когда вы берете основное оружие, появится перед вами в руках в нижней правой экране появится амуниция и нужные данные по оружию. Цветная точка зелено-красного. Это оружие, кнопка R. Пожешь озвучка. Но он уже типа, знаешь, смирился. Так, а это кто накинул говна на вентилятор? Успел. Хорошо. Там девочка у них есть на озвучке, так что все нормально. Пошла жара! Ай-ай-ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Прыгай! Помню, я пытался при первом прохождении вот это стекло сломать. Я такой, сука, пустите меня в эту, в... РД это проклятие. РДР, я не знаю.
Я ж тупорылый деградант. Что ты от меня хочешь? Так, смотрите. Из неизученных мест у нас теперь вот это вот. Вот это вот. Я не знаю, что за S. Химсклад. Может, там аптеки будут? Remember, вспоминаем цитадель, ребят, да. У меня друг, кстати, сейчас первый System Shock играет. Не знаю, что там. На каждой палубе есть склады с химикатами, необходимыми для исследовательской работы. Не пытайся носить с собой все, что найдешь. Это не практично и не нужно. Твой исследовательский соп сам подскажет тебе, что и когда ему необходимо. Так, вопрос. Как разрядить оружие? Простите, не то. Исследовательской работы. Не пытайся носить с собой все, что найдешь. Это не практично. На каждой палубе есть склады с химикатами. Системы безопасности корабля управляют в сервис, поэтому необходимо избегать и уничтожать. Мог я связаться с Делакруа. Все тут разваливается. Члены команды. А, понял. Да не взломай я терминал, у меня взлома нету. О чем вы вообще? Затишье. Я не знаю, что за Мегера, но звучит страшно. Опа! Ой, допрыгнул, хорошо. Ой, это не то самое место, где мне сейчас люлей надают. Или нет? Ау, ау, ау! Там киберговно! Ай! И аптека, вах! Чем я его тебе сломаю, жопу? У меня взлом ноль! 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 Что? Простите. Thank you.
Ауч! До третьей или четвертой. До четвертой, наверное. Размахивать руками. Но это было не совпадение, это был протест, клянусь. Вы представляете? Обезьяны! Представляете? Обезьяны! Представляете? Это знаете, что мне напоминает? Картинка Бунд. Так, я так понял, я уже куда-то там проник. Да у Фаргуса вообще в большинстве случаев озвучки не было, я помню. Фаргус, ну это, если честно, ну совсем такое. А, все, понял, вот здесь женщину убили, да. Что это? Что это? Это помада, исследовательский софт версия. Чего? Софт для исследования версии 1 заряжена. Спасибо. Да, ну тут просто одна комната. Хорошо, ладно. Я залез в это РД. Теперь. Давайте, что ли, погуляем по нему. Если там будет карта, то мне насрать. Даже если она будет размером со весь этот экран, что невозможно по причине того, что игра была рассчитана на монитор 640 на 480, ничего страшного не будет. Так, давайте сразу вниз спустимся. Я очень хочу по маленькой, но сначала убьем этого чела. Если дойду до пятой палубы, я буду знать, что я прошел половину игры и дальше просто жить, терпеть. 20 нанитов в помойке, господи, вы что, рофлите? Понятно. По-моему, вот это и есть этот доктор, хрен пойми кто. Я знаю, что на последнем мясном каком-то уровне там нет карты. И вот там я буду рисовать карту даже сам. Бери. Делакруа 8 июля. Ха, эта миссия была провалена еще на Земле. Мы не смогли сдержать утечки охладителя на палубе 1. Я заказал нам защитные костюмы. Все? Понятно. Сделайте ваш выбор. Сейчас я сюда вернусь. Ну, надеюсь.
Сделайте ваш выбор. Я надеюсь, в этой игре нет такого, что, например, код от какой-то двери в одном, на одной палубе. То есть дверь на одной палубе, а код от этой двери вообще на другой палубе. Здесь, я надеюсь, нет такого. Просто если есть, то это вообще кошмар. Получается, пока что все. Вот в этой РД мы потом-то, получается, вернемся уже непосредственно со самим доктором. Пойдемте на медпалубу. Помню, первый раз играл, на меня нападают. Ёб твою мать, когда меня напугал. Нападают. И я не мог понять, что происходит. А это, оказывается, охрана просто постоянно работала. Сука, у тебя даже чипсов нет. Какой же ты урод, а? Отлично. Я посылаю тебе еще несколько модулей. У меня еще вопрос. Я смогу вернуться... Ой, простите, я зачем-то альтабнулся. Смогу вернуться на вот эту вторую палубу и покачать, например, что-то вот у самых первых вот этих вот кибер-усилителей. Там, где 4 штуки ложит, стоит. Сейчас вернусь, ребят. Ребят, я снова с вами. Что я у вас спрашивал? Никто не помнит. Ну, судя по тому, что никто ничего не написал в чате, никто ничего не знает, поэтому продолжаем.
Меня слышно? Слышно. Я просто немножко шоколадку купил. Хорошо, ты нашел медотек. Теперь найди Грасси и забери у него карточку. Он один из тех, кто наблюдал за Криосновым. Если он жив, пусть идет с тобой. Неправильно. Поговор, он убил меня. В медицинском секторе А. Нарушитель, ты знаешь ее историю. Она хотела уничтожить твою расу. А теперь это делаешь ты. Внимание, нарушитель. Что за хиней он несет? 30 июля. Необходимый софт не установлен. Добавление, так, ват. 30 июля. Я уверяю тебя, что хотя так тебе и кажется, но лабораторные обезьяны не могут общаться друг с другом. Говорю тебе, не могут. Ты вот, кстати, мне говорила, что одна из них передала другой записанный код доступа к хранилищу еды. Но ты ж не знаешь, что тысячи экспериментов на Земле показали, что уровень их интеллекта недостаточен для таких действий. Слушай, тебе отдохнуть надо. Смотри, какая же кринжатина. Ну какая же смешная. Опасно. Я не могу достать кого-либо в инженерии. Придется пробраться туда через шахту. Черт. Наверное, код доступа у вас в лабораторию. А, да, он ничего не сказал. Сказал просто код доступа у ВАДа. Ай! Опа, и тут хилочка, оказывается, и еще хилочка. О-о-о, неплохо. Ай! Ай! Промазал. Еще чуть-чуть боеприпасов. Блин, как же хочется в Биошок поиграть в первый, в нормальный, который. Ну, может быть, второй еще там неплох, но. Первый был прям вот реально очень приятен. А, 5 нанитов на. Ёб твою мать, на что я их трачу? Ну хотя бы я надеюсь на фул хилюсь этой штукой. Итак, вход на нижний уровень. Медики. Что бы это значило? Давайте сначала пойдем не в каюты, в экипаж, а все-таки изучим медиков. Стоп, секунду, что-то важное. Некоторые двери можно открывать только при наличии карточки доступа. В таком случае у них обязательно будет слот для карточек. Каждая карточка индивидуально по уровню доступа. Можно прочитать кнопкой «Инфо». Инфо. Требуется доступ. Ладно, пойдемте. Ой, я здесь помню, но умирал, конечно. На нити. Ты можешь увидеть странные вещи. У
твоей киберсистемы есть экспериментальная функция, с помощью которой можно попытаться фиксировать психоэнергетические эманации, в том числе и от недавно умерших, не позволяя этим духам отвлекать тебя. Хорошо. Не успела спалить меня. Да ёб твою мать! Ща прибегут. Я спрятался, я в домике. Спасибо за чипсики. Какое-то восстание планеты обезьян, я даже не знаю. Серьезно? Охранная система выключена. Он убил меня. На парашу. Так, хорошо. Что-нибудь еще здесь есть? По-моему, нет. Для меня, по крайней мере. Медстейшн. Уже, по-моему, уже покидаю. Бухнем сразу. Грассия, 12 мая. Какой-то идиот придумал погрузить на борт 150 шимпанзе. Для науки? А кто-нибудь вообще представляет, сколько они гадят в день? Бедняги. Они заканчивают свою жизнь под ножами, на столах ученых. Подожди, ты еще самое смешное не слышал. Такая просто... Такое слово смешное прям, я не могу. Сюда чуть позже сходим, вниз. Сначала вот сюда хочу. Ларису Ивановну хочу! О! Айуч! Шесть нанитов. Сейчас, стоп, не убивай. Нет. По-моему, все, да. А, радиации больше нет, понял.
Ай! О, я... Тихо. Секундочку. То, я помню, здесь надо обходить вот эту шелупонь. Самое душное это будет склад с огромными роботами. Мне прям там очень не понравилось. А, вот ты где. На парашу. Твой мозг не поймет этого никогда. Пожежная озвучка. Просто такая пожежная. Это карточка до... О, карточка доступа. Неплохо. Хорошая работа. Я посылаю тебе несколько кибернетических модулей. Найди устройство и модернизируй его. Это повысит твои навыки. Ват 7 июля. Пациент Ватсон скончался 02:40. Причина не ясна. Несмотря на отсутствие дыхания и нулевую мозговую функцию, тело еще подает признаки жизни. Как его поразить? 08:47. Пациент даже говорил с сестрой. Я назначил вскрытие на 16:30. Ну, там во всем разберемся. Да, во всем мы разберемся. А может, кстати, в оригинале была такая же, ну, плюс-минус манера речи. Я даже не знаю. О, мать твою, как больно. Ну, озвучивали кто чем мог. А, мать твою. Слышь, псина. Изученные боеприпасы, поняли? Изученные. Неужели? Наконец-то броня. Сколько хилка устанавливает? 10 или больше? Или 15? Я покажу Жузали. Ладно, давайте следственный эксперимент. У меня 52 здоровья. Точно больше 13. Это Эксис. Почему вы проникли в это помещение? Суки, настреляли в меня, заклинило. Водяры возьмем, похилимся водярой. Ауч! Выводим радиацию водкой. Как?
в Сталкере. Да. Хорошо, теперь найди комнату Ват. Ват? Я не буду переключать эти картины, там ничего интересного и ни хрена не видно. Патрульный, патрульный. Что это? Журнал взят. Магазин. Серьезно, они так и написали. Как посмотреть магазин? 14 июня. Мы приняли передачу из района Тау-Сити. Я спорил с капитаном Диего, с Рикенбакером, и после некоторого колебания он согласился. Он согласился на совместное посещение окрестностей планеты. Подумать только. Мы можем совершить первый контакт за всю историю человечества. И у нас будет эксклюзив на СМИ. Да, оно того стоило. А ты мне скажи, как журнал посмотреть, если это реально? Я куда ни жму, ничего не работает. Нет, это лицензия. Это лицензионная версия конкретно вот этой игры. Просто озвучка именно такая стоит. Я патронов для дробаша потаскаю. Чел, я по рофлу эту озвучку ставил. По рофлу, ты реально думаешь, что я прям вот она мне нравится, что ли? Она смешная просто. В этом весь рофл. Рофл по рофлу, понимаешь? Что? Сюда подошел. Что-то у меня уже башка кружится, надо сходить, надо уже заканчивать. Забавно, персонаж, то есть на озвучке сказали, ее когда-нибудь убьют, а написано, я ее когда-нибудь убью. Кеквейт. Так, понятно, это мне нахрен не надо. О, сила. Давайте силу. И жизнь. Сколько максимум силы может быть? 8 или 10? Если есть в кармане пачка. Так, ладно, херня и херня. Сигарет. Значит, не все уж так уж плохо на сегодняшний. Да.
Делайте ваш выбор. А инструмент поддержки он чинит, да? Просто я не уверен, сколько у меня продержится пистолет. Он уже на один пунктик деградировал. Ну, здесь мы были. Здесь мы уже все знаем. Возвращаемся. Охрана знает о твоем присутствии, нарушитель. Слава тому, кто уничтожит тебя. Но на самом деле я не зря все-таки ХП качаю, потому что иногда может его и не хватать. Что для мили. Неплохой звук. Гранаты? Как кидать гранаты? Ладно, пока забили на всю эту штуку. Какая-то сортида. Черви всякие нехорошие. Ты с дробашом, ах ты ублюдок! Ситуации всему персоналу прибыть на собрание в отсек 5. Завтра в 9 утра. Все поняли, в 9 утра. Зря я второй пистолет выкинул. Суарес, 20 июня. Я люблю тебя, Ребек, и у меня есть план. Я попросил капитана включить меня в состав добровольцев для работы с командой фон Брауна. И скоро мы будем вместе. Я люблю тебя. Неплохо, неплохо. Этим артефактом Стау-Сити. Я сделал анализ третьего уровня. Я думаю, это искусственный интеллект. Я смог вытащить из него какую-то аудиозапись. Я тебя приглашу, и мне кажется, он по-английски говорит. Ну, ты переведешь. Сложно, да. В 2100 каком-то году переводчика нету. Что это? Брайан Буссып. Что? Ребят, что с этим делать? Или оно мне не надо? Вон они-то. Как вариант. Что с имплантом делать? Скажи, пожалуйста. Я не понимаю, что это. Брайан Буст имплант. 100 штук, наверное. Тут дробовик лежит, я помню.
А что он делает? И как гранатой пользоваться? Сейчас я сам найду. Двенадцать патронов, неплохо. Я не понимаю, я вроде особо ничего не менял. Как гранаты использовать, ребят, реально? Мне написано, гранаты 8. Мне ничего не происходит, когда я 8 жму. Может, F8? Нет. Вата тут нет. Наверное, он у себя в ИЦ. Но у него тут могла остаться копия карточки. Меня не разочаровал. Посылаю тебе кибернетические модули. Спасибо, спасибо. Так. Ну, оставлю пока тогда эти гранаты. Модули, так. Может, ну ее в жопу, силу эту, я уже ее достаточно. Давайте, я не знаю. Оружие просто качнем. Двенадцать модулей. Или Зизен. Обычная 4. А, его на один удар теперь хватает. Кеквейт. Он меня нарисовал. Он меня нарисовал. Я помню, где здесь, куда здесь идти. Я так понимаю, музыка просто сломана, потому что она бесконечно просто играет. Есть.
Реально их хватает на один удар, киквей. Ты меня не разочаровал. Посылаю тебе гипертетические модули. Спасибо. Ай-я-я! Фига задержка. Давайте не будем выкидывать пистолеты. Тем более у пистолета качество отвратительное. Да, можно будет просто его потратить в один момент. Стараемся. Поддержка этого оружия требует у меня один. Я ремонт на единицу вкачал. Подождите, а что тогда вот это делает? Ремонт один. Мне обслугу, что ли, надо качать? Что тогда делает ремонт? Уровень хакерского умения определяет ваши шансы на взлом комп... Что? Стоп, взлом. Эти кнопки переключают различные экраны характеристик. Ремонт. Уровень хакерского умения определяет ваши шансы на взлом компьютера. Что? Знал бы, да, конечно, качал бы обслугу. Противопехотная. Корочкина на ту. А, Корочкина на ту. Давай выясним все напрямую. Да, мы не любим друг друга. У нас у обоих есть свои мотивы для выполнения этой миссии. И я, кстати, хочу тебя очень предупредить. Мною нельзя манипулировать. Меня трудно обмануть. Меня нельзя купить. И ты, кстати, должен разговаривать честно. Корочкин Анатолий, а? Простите. Что это? Ускоритель бега. Оставим пока. Что-то я еще взял. По-моему, хилку или что-то такое. Опа. Опа. Неплохо. Так себе. Оружие. У меня места полно. Давайте я оружие потаскаю. У меня силы дохренища, чтобы таскать это вот все. Я не понимаю только вот, что вот это вот закрытая ячейка. Там, наверное, тоже должно быть что-то полезное. Ой. Так, а это по противопехотке, скорее всего. Или нет? Что я взял вообще? Или еще одну хилку? Гармония в нас. Я согласен, гармония в вас. Yeah. Да. Пистолет с одной пулей. А, нет, два отвратительных пистолета, понятно. А вот это, по-моему, бронебойки. Ага, прям хорошо, да.
Есть на что их заюзать. Они не умерли. Они ищут тебя. Они ищут тебя все время. Уноси ноги. Быстрее. Уноси отсюда ноги. Две записи вата. Ауч! Больно. Так, дальше. Давайте вата послушаем. Время 16:30. Скрытие. А ват? Итак, первый надрез. Сестра! Сестра! Держите его! Держите! Держите! Все правильно. Код доступа 12454. У меня вскрытие в 16:30. Потом давай, там уже побегу. Господи, а куда мне идти, ребят, я забыл. Тут я, по-моему, все изучил. Тут есть еще вот это вот место неизученное, но я забыл, как тут вообще вставить эти маркеры. Ой, что-то я кнопок каких-то не тех понажимал, судя по всему. Долго музыка играла. Ёб твою мать! И что такое? Я помню только одно место, где еще был код, и оно не здесь вообще. Нет, не здесь. Нет. Господи, а куда мне? А, 4-5-1. Есть еще.
неправильно. Круто. Это оно. Не теряй времени, хлопай себя по плечу. Спускайся по шахте на уровень инженерной поддержки и перегрузи основные функции ядра. Это восстановит питание лифта, и ты сможешь подняться на палубу 4. Так, у меня куча антирада. Ребят, на сегодня хватит. Я бы еще поиграл, но мне реально что-то прям башка кружится. Надо чуть-чуть отдохнуть, так сказать, привыкнуть к нормальному режиму дня. Сегодня нормально лечь спать и пораньше завтра встать. Всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи.